Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами пообщаться на тему красивой улыбки. Что это такое и как она влияет на нашу повседневную жизнь? Миллионы женщин и мужчин сегодня выделяют очень много времени на спорт. Миллиарды людей по всему миру тратят кучу времени и денег на шопинг. Миллионы женщин обращаются за помощью к пластическим хирургам, тем самым преображая свое тело, свою внешность. И только лишь избранным, господа, суждено понимать, что красота начинается с улыбки.